ночи нехватки мощностей подключается и обеспечивает работу. Второе, провели перевод. Надо приехать, я возьму за руку, могу провести, показать, они почитают. Знаете, мне хотелось бы рассказать не только о очередном трамвае Odyssey Max, трамвае большей вместимости, 31 метр. У нас он третий по счету. Мы планируем в этом году продолжить выпуск Odyssey Max. Они показали себя очень хорошо, особенно в спальных районах, Киевского района, Суворовского района. Данный трамвай пойдет работать у нас на линию Суворовский район. В Суворовском районе, учитывая количество пассажиров и необходимость, особенно в час пик, увеличить подвижной состав, мы пошли по пути от постановки на линию больших трамваев Odyssey Max и восстановили, кто помнит советские времена, у нас были спаренные трамваи, то есть два вагона. Вот такую практику мы возродили, не надо сказать, что мы ее внедрили, потому что она была ранее, возродили в Суворовском и планируем в Киевском районе. Хотелось бы мне сегодня сказать и о предприятии нашем, Горэлектротрансе. Это очень важно, потому что это успехи нашего города. С 2015 года, когда мы начали возрождать наше предприятие, на нем работало, сегодня на нем работает 2,5 тысячи. Работало депо на Слободке, было закрыто и не работало. Отсутствовали производственные мастерские. Те, кто пользуется электротранспортом, трамваями, радуются и сегодня оценивают нашу работу, потому что мы не остановили, ни на секунду не остановили работы наших предприятий, продолжаем заботиться. Вы знаете, что сегодня ограничено количество мест трамвая, и выход еще одного большого трамвая на линию позволит нам более эффективно перевозить пассажиров.